Ну, хвостики они всегда выплевывают. Ой, груши. Анна угодила медведям. Господи, сейчас он сидел целый ящик. Была в доме. Она по перепелам пошла. Это кого ты кормишь? Чем-то. Грушами. На еще, на еще. На. Ой, это как вкус. Ты не рапусы едят. Кто же? Держи. Собери. Мишу, не торопись. Сейчас мы тебя откроем. Все, я закрываю его. Не, погоди. Паш, куда ты лапу?